Работникам завода в Якутии пришлось спасаться от разъяренной медведицы на крыше грузовика. Видео нападения прислал наш гражданский репортер. На кадрах хорошо видно, как медведица ходит вокруг автомобиля и даже старается забраться на него. После нескольких неудачных попыток добраться до людей, она выместила злость на местных собаках и ушла с детенышами в лес. Авторы ролика позже признались, что просидели на крыше почти час, боясь, что медведица может вернуться.